народы Курдистана. Берите ружья. В ролях Лекс Паркер, Мари Версини, Ральф Волтер, Георг Хестен, Густаво Роха и другие. Вперед, собака! Не спи на ходу! Шевелись, выродок пустыни! Паршивый пес! Или мы тут до вечера застрянем? Пошел! Шевелись давай! Может, пить хочешь? Мы должны быть очень осторожны. Езиды – самые опасные из курдов. Они сжигают пленных заживо. Ну, откуда ты знаешь? Опыт. У меня не так мало опыта, как ты думаешь. У тебя всего один конь, а у меня целых 6 лошадок. Красивые места. Очень красивые. Только пыльные. Пыльные. Желаю принять ванну. Да, милорд. Кабина готова, сэр. Спасибо, Арти. Приготовь мой костюм, пожалуйста.
Вы ждете гостей, сэр? Все может быть, Арчи. Капитан, там какие-то люди. Это не изиды. Что будем делать? Возьмем их в плен. Пленники это хорошо. Пошли. 33,5, миллард. Спасибо. Мыло, сэр. Арчи. Спасибо. Душ. Арчи, душ. Какое животное принесем в жертву? Подожди, Алибей. Я жду новостей, а потом приму решение. Карабанемзи, рад снова тебя видеть на земле езидов. Я тоже рад встрече, Алибай. Стой! Видишь? Там, за холмом, спуск в долину езидов. А здесь стоят наши орудия. Когда мы спустимся в долину, капитан начнет обстрел. Через час после восхода солнца. Езиды побегут в горы и выйдут прямо на нас. Да, Махараджа. Тогда ни один езид не откажется платить налоги Махараджи из Масула. Власть падишаха укрепится. Верно. У меня тоже были счеты с езидами. И я повесил на первом же дереве сына Пирханека. Вперед, пошли! Тихо, Халиф. Thank you.
Ты лишился рассудка? Нас предали. Мы окружены, мы в ловушке. Подумай, Махараджа, прежде чем зря проливать кровь. Ах ты! Предатели! Мы давно... Поехали. Как я это не люблю? Карабен-Немзи, очень скоро мы встретимся снова. Во-первых, мы с тобой не разговариваем. Во-вторых, мы едем в Буруско. Там ты Вперед! Его имя Карабен-Немзи. Кажется, ты в него? Пока еще нет. Но признаться, он мне понравился. Как мило. Знак внимания. Ну что, едем? У нас мало времени. Нападем на караван.